Marvel. Там так одна. Да ты начал? Привет! Киновселенная Марвел! Вся из вибраниума. Да. Ну давай, расскажи. Ну, например, вот киновселенная Марвел заканчивается, потом начинается киновселенная DC. Потом идет другая вселенная. Заканчивается DC, начинается киновселенная этого. Спокойной ночи, малыши, такие чуваки встают, такие, ты кто? Я Степашка! Ты кто? А я Хрюша, ребята, давайте заниматься рисованием. И они такие сталкиваются, такие Хрюша такой, супер-робот. Может перевернуть, наверное? О, смотри, чистенький. Начинаем. Сегодня продолжаем рисовать супергероев, но нет, только... Нет, это суперзлодей. Знаешь, для кого-то он супергерой, а для кого-то суперзлодей. Золотой ягуар. Кстати, он мне нравится, парень хороший. Я его одобряю. Противником в фильме «Черная пантера». Да, а фильм выйдет черный... в феврале. Черный против черного. В феврале ждем, пацаны, и рисуем. Рисуем по пояс. Топлис. Рисуем по пантеру, но мы не пантеру рисуем, а ягуар. Ну, практически это то же самое. Он немного черный, но все равно, блин, золото больше. Ну, рисуем, да. Нарисуем, поговорим по поводу этого. Мне Дима уже два раза показывал трейлер. Просто я так понимаю, что это... Ты считаешь, что это самый крутой фильм, который в последнее время будет выходить? Или же нет? Ну, ты ждешь от него что-нибудь такое? Да, жду. Ну, крутое что-то. Да. А что ты ждешь? Супер... что появится новое, наконец-то же... Пантера появится и будет... Я имею в виду, что Ваканда, это же... Как сказать? Она скрытое королевство. То есть она в Африке, но она запечатана под куполом, как в трейлере было. Так, и что? Они скрываются, чтобы другой мир не нашел. Ведь туда... как еще задолго до создавания Ваканды упал метеорит с вибраниум. А вибраниум это самый стальной металл, ну, самый крепкий металл. Да. Так и что мы ждем? Что наконец-то будет дележ правильный и всем достанется по вибраниуму? Нет. Или что? Я имею в виду то, что там ведь благодаря вибраниуму ведь если бы этот вибраниум попал в чужие руки, то все, планете было бы капец. Это они так говорят, эти чуваки, которые, у которых есть вибраниум, к планете бы конец. Может, там нормально было бы все? Не знаю. Сейчас политики тоже говорят, вот если бы не мы, вообще бы вас не было. А такой, да без вас, может, и лучше было бы, ребята. Если бы мне вибраниум достался, может, и нормально было бы? Он поглощает вибрацию. Вот, поглощал бы я вибрацию, к примеру. У меня довольно много вибраций от соседей, к примеру, бывает. Машины проезжают, есть чего поглощать. Ну не знаю, вот это вот справедливость, мы уже поднимали по поводу справедливости и закрытого королевства. Это же лика справедливости. Справедливость восторжествует. По ихнему понятию она торжествует, а по нашему понятию они сперли вибраниум, забрали его себе и не отдают. И из-за этого я за золотого ягуара, который даст люлей пантере и наконец-то поделит всем вибраниум по поровну, и надеюсь, что мне достанется тоже. Нет, он хочет просто изгнать. Ведь отец Т'Чалы, это Черная Пантера, умер в фильме «Первый мститель. Противостояние». И этот Т'Чала не такой сильный, как отец. И этот Золотой Ягуар хочет свергнуть его с трона и забрать себе королевство. И он же сказал, что твой мир устарел, и я спалю его. Ну, так он наверняка будет как бы... другое распределение вибраниума будет, правильно? Налоги назначит на вибраниум. Нет, нету налогов. Все, я сказал, что это плохо. Что, ты сказал, что плохо? Да, это плохо. Плохо, что наших побьют, да? Не, ну дай тебе рассказать. Благодаря вибраниуму, ведь если бы она попала в чужие руки, там что-то случилось бы. Вот. А сейчас... Я имею в виду... Они его продают, соответственно. Нет, продали Человеку-пауку. Нет. Железному человеку продают? Да нет же. А как? Слушай меня. Что, дают бесплатно? Нет, они не хотят, чтобы... Потому что... А откуда тогда взял человек, этот железный человек, вибраниум? Зачем? У него нет вибраниума. А думаешь, из чего его костюм сделан? Железо.
Думаешь? А мне кажется, он наверняка вибраниум. Если бы это был вибраниум, то как бы он ломался? А он не всегда ломается. Он где-то, может, у него мало было. Он немножко где было, он как бы использовал. Нет, у него нет. Ну, выслушай, ты не... Ну, ладно, ладно, давай. Ну, ведь они скрываются, потому что, ну, благодаря вибраниуму, если террористы там захватили, ну, вибраниум, то все, там, то они бы превратили бы планету, ну, в ад. И поэтому, ну, они скрываются. И благодаря вибраниуму... Ну, из-за этого это самое богатое государство. Да, самое богатое королевство. Благодаря вибраниуму. Да, вот, и поэтому там... Откуда они берут деньги? Да выслушай ты меня. Да. Там ведь летающие корабли ты видел. Там мир будущего. Да. Это все благодаря вибраниуму. Так откуда они этот вибраниум взяли? На них упал вибраниум. Они его себе забрали. И самые богатые сидят и такие: если бы не мы, террористы бы вас. Та-та! Я такой: идите вы лесом. Я бы лучше сам террористов там расшугал, а себе бы... Так, тарелки и летающие взял, или что там, на чем они там летают. Ну, это я как бы к тому, что оно как-то, знаешь, по их словам классно, а на самом деле такой сидишь, такой думаешь, ну, там сидят самые дорогие такие, богатые короли такие, да? Черный. Бери. Да, такие сидят, такие: мы никому не должны дать свой вибраниум, потому что плохо будет всем. А почему? Ну, у всех будет вибраниум. А такой: и у нас не будет золота. Откуда они золото берут, кстати? И вообще, вот это богатство, где они взяли? Ну, как бы... Все благодаря вибраниуму. Так, а благодаря что? Вибраниум золото делают? Откуда они? Они его продали, да? Нет, не продают. Ну, а вибраниум-то, вот сам, вот, например, у тебя есть, вот, например, смотри. Да, чуть-чуть подвинем. Смотри, вот у тебя есть, например, доллары, да? Ну вот куски долларов, да, лежат. Куски. Ну вот там куски железа лежат, ну золото, да, бриллианты. Вот бриллианты лежат, бриллианты. Такой: у меня куча бриллиантов, да. Они самые крепкие, согласись, бриллианты очень крепкие, вот эти вот алмазы, да. Да. Крепчайшая, да, вещь. Да. Вот углеродная такая, крепчайшая, да. И такой я такой сижу, но при этом мне кушать нечего, потому что бриллианты-то у меня есть и вибраниум, и алмазы. Они все из вибраниума там сделают. Ну, я не знаю. Я тебе скажу, они наверняка его продают на черном рынке. И деньги это от этого. Это, ну, вибраниум очень похож, мне кажется, на нефть на какую-нибудь или на что-нибудь в этом роде. Ну, на бриллианты, на те же самые. Такие сидят, продают. И причем у них наверняка каждый в королевстве очень богат, да? Не знаю. Ну, так вот, там, ведь помнишь, там... В трейлере, то какие-то они в каких-то костюмах, хоть у них там страна богатая. Угу. Вот, так вот, Тугула, там такое сочетание, то есть современные технологии, но такие же аборигены. Только представь, такой абориген бежит по джунгли, он такой, и он такой в железном костюме, такой железный вот человек. Вот это мне и странно. Знаешь, такой, если бы был бы просто вибраниум у него, да? Угу. Вибраниум этот. Ну, как бы, вот. Ну, как бы золота не было бы у них, бриллиантов, богатства не было, есть нечего было. Ну, мы потом помоем руки, ничего страшного. Это как бы проблема рисовать. Ну, просто сильно, да, ему ломается. Ничего страшного. Ну, к тому, что они такие, да, вот это вот мне фильм понравился тоже тем, что они как бы соединили, как бы вот это вот папуасы, которые едят бананы с деревьев, да, и ничего другого делать не умеют, да. При этом им досталась супер там навороченная технология, которые они, кроме как бананов, они ничего понять не могут, эти папуасы, да? Навряд ли они докторами будут работать, я так думаю, что навряд ли, да? Наверное. Я так думаю, что они не знают, где там сердце, палец, там, или как ноготь, там, или как зубы лечить, да? Наверняка, я думаю, они не знают, да? Наверняка. Ну, мне так... И при этом они там хорошо живут такие, а почему? Ну, мы там врачей приглашаем откуда? Ну, из Швейцарии, к примеру, такой: у, а где деньги? Ну, мы вибраниум приторговываем тут немножко, ну, без нас же. Террористы бы напали на вас, да вообще, пацаны. Так что я вообще сомневаюсь, что это хорошая идея, как бы, прихватизировать и потом. И как вот это состояние, когда они с палками там... дай банан. Но они еще в железном костюме такие. И супер, да, технологичные такие. Вау, мы такие воины.
Говорит, с палкой бегали, то, что про пушку знать вообще не знали. У нас уковыряли соплями там. Муви браниум, блин. Вот это, мне кажется, я на это кино пойду, это смешно. Наверное, комедия будет, я так думаю. Нет. Это будет шпионский боевик. Шпионский боевик? Ну, комедия сто пудов. Я думаю, что комедия. Только комедия. В сочетании получится. Наверняка, да. Ну, не знаю, что получится, посмотрим. Но пока что, конечно, ожидания завышенные от этого фильма. Я устал ждать. Я хочу, чтобы... Что? Быстро все произошло. Ну, в смысле, чтобы быстрее кино выходило? Да. А я не жду уже кино давно. Я сижу, книжки читаю. А потом я и книжки перестал уже читать, потому что, мне кажется, и там глупости написаны. Ну, как бы у меня как будто... Что? Перепрошивает, что? Ну, у тебя золото. Давай вот я добавлю золото. Такой, знаешь, такой золотой чуть-чуть. Ну, знаешь, даже побольше золота. Кстати, этот золотой ягуар, он классно тем, что он как бы золотой. Пантера, она черная, такой бегает там, да, со своими бранями. А тут еще украшения как бы надел. И что хорошо. Я одобряю. Да? Ну, вот такие у нас получились человечки. Кино выйдет еще не скоро. Совершенно не скоро. Черную пантеру мы уже рисовали, так что заходите на мой канал Рыбакиты, смотрите. А там есть черная пантера. А, соответственно, сегодня золотого ягуара черного. Да, золотой ягуар. Уже пока, надо... всем подписывайтесь. Да, спасибо, я еще надо дорисовать. Ставьте лайки. Ставьте лайки, да, обязательно. Кстати, я нарисую банан здесь. Ты еще не рекламируешь этот... Рыбакит бокс. А, рекламирую, я забываю. Рыбакит бокс. Ну да, давай прорекламируем. Я забываю про это. Вот рыбакит бокс — это такая штука, когда вы купили, мама, папа вам купил, заказал, и вы можете поучиться порисовать немножко. Все подряд, там есть все краски нужные, флешка с уроками, вставили, порисовали, все есть, 50 или больше уроков. И, в общем-то, заказ. Рыбакит бокс, уроки рисования для детей. Рыбакит бокс. Да, Диме нравится и говорит, да. Рыбакит бокс. Да. Звучит круто, да? А я не зря придумал такое имя. Ты думаешь, легко название придумать? Рыбакит бокс. Вот, если вам нужно название, приглашайте меня. Или Микеланджело. Микеланджело тоже хорошо название придумать. Рыбакит бокс. Такие классные у нас получились пантерки черные. Рыбакит коробочка. Ну, я стараюсь, чтобы детям понравилось. Самое главное, чтобы дети такие, вау, мы будем тоже рисовать. Все, ребят, пока. Пока. Привет, меня зовут Ваня. Я папа. Предлагаю вам Рыбакит бокс. Уроки рисования для детей. В коробке мелки, краски, кисточки, пластилин и флешка с уроками. Рыбакит. Папа рисует.